Страшная авария произошла в Хабаровске на трассе М-58. Ранним утром автолюбители поворачивали со второстепенной дороги на главную и уступали потоку слева. Неожиданно стоящие машины обогнала серая «Тойота» и выскочила на перерез седану. Водитель пытался уйти от столкновения, но тщетно. От удара иномарку вынесло на встречную полосу. Там в искореженный автомобиль врезался тягач и протащил легковушку несколько десятков метров. Пострадавшим помогли выбраться из разбитых автомобилей. Скорая помощь приехала в считанные минуты. В искореженной «Тойоте» серьезно пострадали двое пассажиров. Их госпитализировали. У водителя был сильный ушиб грудной клетки, но дверцу с его стороны заклинило. Медикам пришлось забинтовывать голову пострадавшего через разбитое окно. Извлечь раненого из машины помогли спасатели. Он был без сознания. Хозяин тягача остался невредим. Если бы не своевременное оказание помощи, автокатастрофа могла закончиться трагически.